Приветствую! Меня зовут Ольга Барабанова, и в этом видео я хочу поделиться с тобой моей историей. Это история перемен и трансформаций, которые уже произошли в моей жизни и продолжают происходить. Вообще, я родом из небольшого города в Украине. Я выросла в обычной семье, и у меня вообще не было никаких предпосылок к тому, чтобы в жизни преуспеть больше, чем среднестатистический человек. Я, как нормальный ребенок, ходила в школу, еще ходила в музыкальную школу. Потом я поступила в педагогический колледж, получила профессию учитель младших классов английского языка. Я учитель. И как бы я не любила работать с детками, но когда я поняла, что мне придется работать за минимальную зарплату несколько лет, я с этим не согласилась. Я очень благодарна моей маме за то, что она вложила мне еще с детства в голову, что я достойна самого лучшего. И я решила поехать в большой город, поступить в университет. И так как я люблю английский язык, я выбрала себе профессию дальше лингвист-переводчик. Я закончила университет с красным дипломом. Это 5 лет действительно усердной такой учебы. Я отправилась на поиски работы, и мой энтузиазм очень быстро охладел. Потому что не наступило вот это розовое будущее, о котором мечтают студенты. Я разместила везде резюме, я ходила в компании, я ходила в различные офисы, у меня брали резюме. Но максимум, что я смогла найти, это работу это меньше, чем за минимальную зарплату. А я была в чужом городе, и мне нужно было оплачивать как-то квартиру. И мне нужно было еще за что-то жить. Все было очень печально, но кроме этого, я хотела найти еще, кроме того, чтобы мне хорошо платили, я хотела найти возможность для самореализации. Я хотела найти возможность, чтобы я сама могла распоряжаться своим временем. Чтобы я могла в любой момент приехать в свой родной город, чтобы я могла встречаться с друзьями, близкими в то время, когда я этого хочу. Я хотела путешествовать, возможно, ты тоже хочешь путешествовать, и ты меня тоже понимаешь. И это все вообще не складывалось с той реальностью, которую я видела. В один прекрасный момент, когда я уже очень вообще расстроилась и была готова чуть ли не уехать, потому что действительно я не могла понять, как я могу задержаться там. У меня раздался телефонный звонок, в котором меня спросили, готова ли я рассмотреть другие варианты, кроме тех, которые я указала в интернете в резюме. И я, конечно, была готова рассмотреть. Я пришла на бизнес-конференцию, и я узнала о возможности развития бизнеса через интернет. Я научилась благодаря пошаговой системе зарабатывать сначала сотни долларов, потом тысячи долларов, потом мои доходы через время достигали даже тысяч долларов, не то что в месяц, а и дневные доходы. Но самое большое наслаждение – это действительно вот это ощущение, что ты сам хозяин своей жизни, что ты можешь поехать не то что в отпуск, а ты можешь поехать пожить в другую страну тогда, когда ты этого хочешь. Так я начала путешествовать в разные страны, побывала в тех местах, которые слышала только на уроках географии. Я даже подумать не могла, что это станет моей реальностью. Я уже с мужем, мы ездили в Таиланд на зимовку, когда в моей Украине зима. Мы даже поженились с мужем в одном из путешествий на вершине Крузинских гор, кстати, на Новый год. Недавно у меня родился малыш. И раньше вот меня очень сильно пугал тот факт, когда я, знаете, видела на улице мамочек, которые вот так оттягивали своих детей и говорили, мы не можем себе этого позволить, и отвлекали. Или уводили их от каких-то витрин. Я когда это видела, я думала, боже, как я не хочу, чтобы это было в моей жизни. Я хочу, чтобы было по-другому. И вот недавно у меня родился малыш, и я очень счастлива, что я тогда не устроилась на работу. Что я нашла эту возможность, и что я за нее схватилась, что я ее не отпустила. Потому что сейчас в мире происходят просто сумасшедшие перемены. Сейчас очень многие люди, завися от государства, от работодателя, от начальника, они не могут не то что своим временем распоряжаться, они не могут распоряжаться своими финансами, планировать как-то свои финансы. А благодаря той возможности я знаю, что каждый человек в ближайшие 3-5 лет может создать действительно себе источник дохода и никогда вот это не говорить, вот эту фразу «мы не можем себе этого позволить». Каждый человек может действительно насладиться жизнью, а не выживать.
Я это знаю, потому что я это прочувствовала на себе. Если ты сейчас открыт к переменам, если ты ищешь перемены, если ты ищешь возможности, напиши мне в личку, я хочу узнать подробней. Я поделюсь с тобой информацией, я научу тебя так, как когда-то научили меня. И я буду радоваться твоим переменам, потому что чем больше людей в нашем окружении успешных, тем успешнее мы, тем мы делаем мир лучше. Если ты считаешь, что это видео тебе полезно, поставь, пожалуйста, лайк. Если считаешь, что оно может быть полезно кому-то из твоих друзей, поделись этим видео у себя на страничке. И если ты действительно хочешь перемен, напиши мне, мы с тобой пообщаемся, я с удовольствием поделюсь с тобой информацией.